важный самый эмоциональный момент. Два удара тащили в самом начале, что предопределило дальнейшую серию. Каждый из них, если вспомнить по отдельности, первый удар подходит Чукавин, когда приходит решение, в какой угол прыгать. То решение еще было, на самом деле, перед игрой, конкретно по Чукавину, что у него по статистике все удары только в один угол, особо голову не ломал, куда прыгать. Второй удар Смолова, исполнение по манере, похоже на пенальти в недавнем Нижнем Новгороде, просто так не попал. Ну да, да, да. Ну, у Феди было посложнее, потому что у него он может бить и так, поэтому там надо было подумать и принимать решение в последний момент. Изначально я думал, что он будет бить в свой сильный угол, но потом увидел, что он там берет паузу и решил остаться в конце. По остальным ударам шансы были? Ну, которые я не достал, я думаю, там без шансов, хороший удар был, хорошо исполнил. А четвертый удар, я уже наугад прыгал, у меня там не было решения, потому что я не знал, куда он бьет, его не было, его до статистики. Сейчас Игорь Ильичук интересную деталь нам рассказал, что перед серией пенальти к нему пришел Смолов и сказал, все, что ты готовил, забудь, потому что многих поменяли парней, действуя по игроку, по интуиции, вам кто-то подходил, совет давал перед этой серией? Да нет, мы просто, как всегда, готовились к каждой серии с нашим тренером Андрей, Мотя тоже помогал, поэтому ничего особенного не было, просто готовились, как к обычной серии. Когда стало понятно, что она будет проходить перед сектором активной поддержки, что вы подумали, было такое внутреннее ЕС со своими парнями за? Да не, я выбирал половину, конечно, удобнее, чтобы были наши болельщики. Спасибо им большое, что в будний день в обед столько человек пришло, это очень важно было для нас, и многому благодаря ним мы сегодня победили. Это тоже момент, который хотелось отдельно уточнить. Вас удивило, что в будний день, в середине рабочего дня, почти 15 тысяч человек? Да нет, не удивило. Мы знаем, что у нас отличные болельщики, которые нас всегда поддерживают, и нам было очень приятно.